Так, давайте, давайте сейчас посмотрим Марьяну Ор. Была, кстати, такая ритупешка. Ну ладно, Марьяну Ро Сюрпрайз. Трек сам я уже слышала. Клип еще не смотрела. Кстати, куклы какие-то еще не очень. Лицо одного цвета, тело другого. Дешевые, наверное, какие-то. Ох. Вот настоящий паук или нет, все-таки реально интересно. Я больше не молчу, мам, is back. Хочешь диалога? Вот знаете, первое, что бросается в глаза, это супер лаганный хромакей. У меня он тоже не идеальный, как бы, да, но я как человек, который с ним очень часто работал, я могу видеть, насколько тут все плохо. Посмотрим, что будет дальше. Я не делаю бесплатно ничего. Во мне видят Бога, для меня это ничто. Во мне видят Бога, для меня это ничто. Кто вообще в каком-либо блогере, не говорим о Марьяне, видит Бога? Это очень странно, это уже болезнь какая-то. Все, что я делаю, для тебя слишком. Кто же мне пишет, кажется, бывший. Я забираю твои бабки, слышишь? Back at Louis V, всегда сияю изнутри. Они хотят моей любви, bitch, please. Вот знаете, прошлый ее трек, прошлый ее клип был таким миленьким, девчачьим, а тут снова какая-то пафосная... Ой, не знаю, как грамотнее и правильнее выразиться. Пафосная девушка, мягко скажу, девушка. Вы сами понимаете, о чем я хочу сказать. Ну, как-то, не знаю, она сама, мне кажется, не может определиться с образом. Типа она такая вся милая, нежная, или же она такая вся дерзкая. И в репчик идет. Если тронул мой зад, вызываю катафалк. Вот, парни, не рискуйте лапать Марьяну, это будет очень плохо. Мне нужны лайки, нужна Марсилага, ее провокатор и Баленсиага. Блин, ну хромакей действительно ужасный. Я думаю, что сюда было вложено немало средств, и с такими деньгами такой хромакей. Ну, с подушкой, ладно, я не буду придираться, потому что тут действительно было, думаю, тяжело вырезать. Но со стеной у того же самого ДК есть клип про аниме, и там тоже на стене всякие и аниме-видосы, и не только аниме-видосы, но и разные приколы. Там даже Милена Чешова была. И там это сделано, ну, действительно качественно. Тут хромакей... супер отвратительного качества. Я не знаю, кто это монтировал, может быть, или сам хромакей поставлен ужасно. Ну вот я, да, я придираюсь к мелочам, и мне это не нравится. Она боится, малыш, называй меня мам. Сюрприз, мадафака, сюрприз. Я на изи выкупаю твой прайс. Сюрприз, мадафака, сюрприз. Сюрприз, мадафака. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Я сияю ярче, чем айс. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Честно, вот мне немного режет слух его произношение. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Какое-то произношение? Мне кажется, что далеко не так это слово произносится, а как-то сюрприз. Ну, странно оно и произносит. Он реально настоящий ужас. Фу. Не знаю, прошлая работа мне понравилась гораздо больше. Может быть, потому что я такой человек, и мне не нравится, когда блогеры, да и просто исполнители выпендриваются. Я, вот честно признаюсь, я не вижу вообще тут никакого смысла. Весь смысл только состоит в том, что она вся такая суперкрутая, типа никто ее не достоин, ты не можешь даже нормально посмотреть в ее сторону, ты должен ее обходить, ты должен ей кланяться, и только посмей к ней притронуться. Все, ты не жилец. Я не знаю, я не вижу смысла так выпендриваться, а потом она думает, почему к ней так относится. Типа она какая-то там пафосная сучка, скажем так, сучка с буквой С. Думаю, так уже не будет. Так будет звучать помягче. Ну, вот. Она сама создает такой образ. Я не знаю, кто писал этот трек, она сама или же кто-то другой, но, насколько я знаю, ее уже обвинили в плагиате. Я видела в одном паблике пост, и там скинули трек. Зарубежный трек, там зарубежный исполнитель, и я послушала мотив Марьяны, в принципе, музыку и тот самый трек, я не помню абсолютно его название, одно и то же, все. По поводу этого сюрприза, я не знаю, если она записывает такой трек, ну, хотя бы нужно потянуть как-то произношение, потому что произносится это убого, и мне кажется, у меня настолько же убогое произношение, и со своим произношением я бы, ну, не рискнула записывать подобный трек.
Снято хорошо, за исключением хромакея. Хромакея — это вообще полная беда. Текст бессмысленный, снова же, и она мечется из стороны в сторону. Она сама не знает, кто она такая и какой она хочет, чтобы видела ее аудитория. Мне кажется, ей в конце концов нужно уже с этим определиться и двигаться в одном направлении, а не строить из себя такую милашку всю, ангелочечка там, плачущего, я не знаю, из-за романтики там какой-то, да? Ну, не знаю, ей нужно определиться, вот все. Это мое мнение, все. Сюрприз, сюрприз, сюрприз. Ну вот это вот произношение отвратительное просто. У меня такое же произношение, я тоже так же произношу это слово, и мне вот самой режет этот слух.